Привет, меня зовут Валентина. Я рада, что вы снова на моем канале. По материалам вязать я вяжу эту сумочку из джута. Вот так выглядит бобина. Это двухниточный джут. Двухниточный, это значит, он состоит из двух ниток, которые вот таким образом, ну, между собой перекручиваются. И вяжу я в одно сложение, и крючок использую номер 4. Также пригодится иголка с большим ушком, маркер, ну и ножницы, конечно. Сейчас я вас попрошу подписаться на мой канал, поставить мне сердечко, и давайте начнем вязать. Вязать я начинаю с вязания вот такого прямоугольного донышка. Длина донышка 28 сантиметров. Ширина примерно 9 сантиметров. Вязать я буду донышко в одно сложение, оставляю кончик подлиннее, в дальнейшем он пригодится для того, чтобы соединить донышко с корпусом сумки, и начинаю набирать воздушную цепочку. Первую петлю я затягиваю, она у меня не входит в расчет, и дальше я набираю 40 воздушных петель. У меня готова воздушная цепочка из 40 петель. Я набираю еще одну воздушную петлю для подъема, 41, и начинаю вязать столбики без накида. Первую петлю я пропускаю, и во вторую провязываю первый столбик без накида. Дальше я иду вдоль воздушной цепочки. В каждую петлю я провязываю по одному столбику без накида. Итого у меня должно получиться 40 столбиков без накида. Я подошла к концу воздушной цепочки, провязываю последний столбик без накида, 40-й. Воздушная петля подъема и разворачиваю работу. Я иду в обратном направлении. Первый столбик без накида я провязываю вот в это место. И дальше я иду до конца вот этой работы, в каждую петлю провязывая по одному столбику без накида. Таким образом, вы должны провязать примерно до ширины 9-9,5 сантиметров. То есть вы вяжете поворотными рядами столбики без накида. И в конце у вас должно получиться вот такое донышко. Когда вы провяжете ваше донышко, я ниточку уже обрезала. И посмотрите, я опять оставила кончик подлиннее. То есть я ее обрезала, и теперь вот так можно просто вытянуть кончик. Все, донышко у нас готово. Тут я его уже прогладила, вы сами прогладьте через марлю, аккуратно. Вот, и сейчас мы с вами приступим к корпусу. Приступаем к корпусу сумочки. Я уже связала одну половину, у нас должно быть две такие половины. Сколько нужно набирать воздушных петель для корпуса, зависит от длины вот этого донышка. То есть вот тут мы набирали для донышка 40 воздушных петель, значит 40 воздушных петель мы должны набирать и для корпуса, плюс еще вот эту длину, то есть половину ширины донышка с одной стороны и с другой стороны. Я тут рассчитываю, что у меня будет 8 столбиков без накида с этой стороны и с этой стороны. Соответственно, для корпуса я должна набрать 40 плюс 8 плюс 8, итого 56 воздушных петель. Отступаю кончик подлиннее, он нам потом еще пригодится. И начинаю набирать воздушную цепочку из 56 петель. Первую петлю я не принимаю в расчет, я ее затягиваю потуже. И дальше 56 воздушных петель. Готова воздушная цепочка из 56 петель. Вяжем 57-ю петлю, эта петля подъема будет, она не будет входить в расчет. И дальше я начинаю вязать обычные столбики без накида, не в первую, а вот в эту, во вторую петлю.
нужно связать до конца воздушной цепочки 56 столбиков без накида. Я подошла уже к концу ряда, провязываю последние 2 столбика. Пересчитайте, у вас их должно быть 56. Воздушная петля подъема и разворачиваю работу. Перехожу на второй ряд. Первый столбик без накида я вяжу вот в эту точку. В каждую петлю провязываю по одному столбику. То есть вам нужно провязать 4 ряда столбиками без накида. Не забывайте в начале каждого ряда делать одну воздушную петлю подъема. То есть каждый ряд вы начинаете одной воздушной петлей. Вот что у вас получается. Провяжите 4 ряда столбиками без накида. Я подошла уже к концу 4 ряда. Провязываю 2 последних столбика. Три воздушные петли подъема. И перехожу на следующий ряд. В следующем ряду я буду вязать узором. Узор этот называется перекрещенные столбики с накидом. Я делаю накид на крючок. Вот эту петлю, вторую петлю пропускаю. В третью петлю провязываю столбик с одним накидом. Накид на крючок. Теперь я отступаю назад и провязываю вот в эту, в предыдущую петлю, которую мы пропустили, столбик с одним накидом. Вот такие получаются перекрещенные столбики с накидом. Накид на крючок. Вот эту пропускаю, вот в эту провязываю. Накид на крючок. Крючок назад увожу, и вот тот, который мы пропустили петлю, туда и провязываю столбик с накидом. Накид на крючок, пропускаю, провязываю, накид на крючок, возвращаюсь назад и вот сюда провязываю столбик с накидом. Давайте я покажу вам в последний раз. Накид на крючок, пропускаю, вот сюда провязываю. Накид на крючок, возвращаюсь назад, которую петлю мы пропустили, завожу крючок и провязываю столбик с накидом. Таким образом, вы должны провязать до конца ряда. До конца ряда у меня осталось 3 петли. Я вяжу последний крест из столбиков с накидом. Вот что у меня получилось. И в последнюю оставшуюся петлю я провязываю просто один столбик с накидом. Я закончила ряд вязать вот этим крестом из столбиков с накидом. Дальше я перехожу на следующий ряд. Следующий ряд у нас будут обычные столбики без накида. Я делаю воздушную петлю подъема, разворачиваю работу и вяжу в обратном направлении столбики без накида.
Это я провязала предпоследний столбик без накида. И последний столбик я должна провязать вот сюда. То есть это третья воздушная петля воздушной цепочки из трех петель, которыми мы начинали предыдущий ряд. Вот в эту точку я провязываю последний 56 столбик без накида. Дальше я делаю воздушную петлю подъема, разворачиваю работу и перехожу на второй ряд. То есть второй ряд я тоже должна вязать столбик без накида, и всегда не пропускайте вот это место. То есть вот у меня вот в эту точку я провязываю первый столбик. То есть вы должны каждый раз пересчитывать столбики, чтобы вы не потеряли петли. То есть ваша задача сейчас провязать 3 ряда столбиками без накида. То есть смотрите, мы провязали с вами первый ряд, начали второй, и вы довязываете до конца второй ряд и провязываете третий. Осталось мне 2 петли провязать. Вот я закончила вязать третий ряд столбиками без накида. Дальше в следующем ряду я опять буду вязать узором. Я делаю 4 воздушные петли подъема. Эти 4 воздушные петли у меня будут заменять столбик с 2 накидами. И следующий ряд я буду провязывать столбиками с 2 накидами. Я делаю 2 накида на крючок. Вот это как бы петля, я ее не вяжу, потому что у меня тут 4 воздушные петли, которые уже заменяют столбик с 2 накидами. То есть я вяжу вот в эту вторую петлю, провязываю первые 2 петли на крючке, вторые 2 петли и в третий раз. Опять 2 накида на крючок, в следующую петлю. Два накида на крючок, и так я в каждую петлю провязываю по столбику с двумя накидами. Два накида на крючок, в следующую петлю завожу крючок, провязываю первые 2, вторые 2 и третьи 2. Вот что у меня получилось. Первые 2, вторые 2 и последние. Вот такой получается высокий столбик. 2 накида на крючок. Делаю то же самое. Первые 2, вторые 2 и последние. Посмотрите, вот такой получается узор. То есть это столбики с 2 накидами. И до конца ряда я должна провязать этими столбиками с 2 накидами. Давайте покажу вам в последний раз. 2 накида на крючок. Завела крючок. Вывела. Первые 2 провязала петли, вторые 2 и третьи 2. 2 накида на крючок. Таким образом идите до конца ряда. Провязываю последний столбик с 2 накидами. Теперь давайте вернемся в начало вот этого ряда и отметим его маркером. Таким образом мы пометим лицевую сторону нашего изделия, для того чтобы потом не потерять, где лицевая, где изнаночная сторона. Одна воздушная петля подъема, разворачиваю работу. Следующий ряд я буду опять вязать столбиками без накида. Осталось связать последний столбик без накида. Посмотрите, это у нас была цепочка из 4 воздушных петель. Мы находим верхнюю, последнюю, 4-ю петлю.
и провязываем последний столбик без накида. То есть это цепочка из 4 воздушных петель, которыми мы начинали предыдущий ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваю работу, и во второй ряд я опять вижу столбики без накида. В обратном направлении. То есть вы должны провязать 3 ряда столбиками без накида. Мы провязали первый, сейчас начали вязать второй. Вяжите сами и потом вяжите третий ряд. И после этого мы с вами встретимся. И теперь ваша задача просто повторять вот эту последовательность рядов. Вот отсюда и до отсюда. То есть вы вяжете один ряд перекрещенными столбиками с накидом, 3 ряда столбиками без накида, 1 ряд столбиками с 2 накидами и 3 ряда столбиками без накида. То есть мы повторили один раз эту последовательность, я вам показала. Вы еще должны 2 раза связать полные вот эти последовательности рядов. То есть еще мы связали один раз, еще второй, еще третий ряд. И дальше вы начинаете вязать 4-й раз, повторять эту последовательность, вяжете только вот этот ряд перекрещенными столбиками с накидом. И на этом месте останавливаетесь. Мы с вами встретимся. Давайте еще раз вам покажу, как это выглядит. То есть мы провязали с вами вот до отсюда. Дальше вы вяжете эту же последовательность узоров. Раз, два. 2 полных раза провязали эту последовательность узора. Дальше вяжете ряд перекрещенными столбиками с накидом. И мы после этого ряда с вами встретимся. Я 3 раза провязала вот эту последовательность рядов. Раз, 2 и 3. И закончила вязать перекрещенными столбиками с накидом. У меня получилось 25 сантиметров примерно. И теперь мне осталось связать последние 5 рядов столбиками без накида. Я делаю воздушную петлю подъема, разворачиваю работу. И вяжу столбиками без накида. 5 рядов. Я провязала 5 рядов, у меня получилась сумочка 28 сантиметров. Я обрезала уже нитку, кончик оставила подлиннее, он пригодится для сшивания. Вот петелька у меня последняя, ниточку можно вытянуть. Вам нужно связать вторую такую же часть, то есть половинку корпуса, должно их быть 2. После этого вы должны прогладить через марлю через марлю тряпочкой, чтобы не испортить сам джут. После этого вам нужно расположить вот эти 2 связанные детали таким образом, чтобы лицевая сторона была снаружи. Вот таким образом расположите. И будем сшивать по бокам. Как раз вы оставили нитку подлиннее для того, чтобы ею сшивать. Я уже соединила одну половину корпуса. Посмотрите, вот тут получается такой шов. К сожалению, полностью мне его избежать не удается. Он вот так выглядит с внешней стороны, вот так выглядит с внутренней стороны. Но, на мой взгляд, беспокоиться тут не о чем, потому что в готовом варианте сумочки у нас весь этот шов уходит вот сюда внутрь, и его абсолютно просто не видно, потому что он весь вот тут. А с внутренней стороны у меня подклад, и, соответственно, тоже вот эта не самая красивая внутренняя часть, она тоже получается не видна. Конечно, вы можете вязать не 2 половинки, вы могли бы вязать одну деталь по кругу,
Но тогда, на мой взгляд, будет менее интересно выглядеть узор, потому что мы вяжем поворотными рядами, и у нас узор получается более рельефный, чем если вязать по кругу. Но это, в общем-то, уже на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Кстати, если у вас как бы есть, вы знаете, как можно соединять таким образом, чтобы шва не было видно, то я буду вам очень благодарна, потому что в некоторых моделях сумок это очень актуально. Я сейчас вам покажу, как я сшиваю. Я положила лицевой стороной наружу. Вот тут у нас лицевая сторона. И вот это, кстати, шов с внутренней стороны, то, что будет закрыто подкладом. То есть, ну, тут нужно следить, чтобы вот у вас вот эти ряды совпадали. Тут, ну, такой узор, что сразу видно, в общем-то, какие ряды должны совпадать. Начинаем сшивать. Когда у меня ряды столбиками без накида, я буду вот так продевать за вот эти боковые перемычки. Вот таким образом. И еще я вот так посильнее стараюсь затягивать. Смотрите, вот у нас вот так выглядит работа. Вот сюда я просовываю иголку и затягиваю. Так, я как следует затягиваю. Ну, с другой стороны, чтобы все это не было стянутым. Теперь смотрите, мы дошли до ряда, где у нас столбики с накидом. И для того, чтобы не портить внешнюю сторону, я вот так немножко разворачиваю и буду цеплять за нитки, которые проходят с внутренней стороны, для того, чтобы не сюда засовывать с передней стороны, а с внутренней стороны. Это там, где столбики с накидом, либо столбики с двумя накидами. Вот у меня что получается. Теперь у нас, вот смотрите, ряды столбики без накида. Тут я буду вот за вот эти боковые перемычки цеплять. Теперь мы дошли до рядов со столбиками с двумя накидами. И тут я тоже для того, чтобы не портить внешнюю сторону, я буду цеплять за нитки у этих столбиков, которые проходят с внутренней стороны. Вот я думаю, принцип понятен. Таким образом вы соедините эту сторону, дойдите до конца сами, и противоположную тоже сторону сами соедините. Я закончила соединять уже. Теперь я вот этой ниточкой у меня осталась. Я должна обвязать верх сумки, там, где мы закончили пятью рядами столбиками без накида. Мне нужно обвязать соединительными столбиками.
Я делаю воздушную петлю подъема и иду соединительными столбиками. Стараюсь не стягивать, не затягивать, для того, чтобы верх сумочки не получился стянутым. Я дошла до конца ряда, ниточку обрезала, можно вытянуть и красиво закрыть ряд. Вот тут у меня выходит петелька, ниточка, да, то есть я вот сюда засовываю иголку и возвращаю в то же место, откуда она у меня выходила, нитка. Вот такое получается красивое завершение ряда. Дальше вы нитку можете спрятать и завязать узелок и спрятать на внутренней стороне. Теперь я буду соединять корпус сумочки с донышком. Я расположила таким образом, чтобы нижняя часть корпуса у меня была вверху. То есть я буду соединять вот с этой стороны. Вот я положила донышко. По ширине донышка, то есть у нас шов должен прилегать к середине ширины донышка, то есть вот у нас шов, он должен соединяться вот тут. Тут мы должны провязать будем 8 столбиков без накида, соединяя корпус с донышком. Дальше мы продолжим вот таким образом соединять. Тут у нас будет 40 столбиков без накида. Дальше мы подойдем к противоположной стороне. Шов у нас снова должен быть посередине. Тут у нас будет 16 столбиков без накида. Дальше мы провяжем опять 40 столбиков. И дальше мы вернемся и закончим последние 8 столбиков без накида. Самое главное, это чтобы шов пролегал к середине ширины донышка. Это самый главный момент. Посмотрите, где тут середина, и прям в самую середину воткните крючок. Дальше идите и вяжите столбики без накида. В эту же точку я провяжу первый столбик без накида. Я сказала, что должно быть всего 8. И последний, 8-й столбик без накида. Вот я соединила, начала соединять. Посмотрите, что у меня получается. То есть я провязала 8 столбиков без накида. То есть я со стороны корпуса вязала в каждую воздушную петлю. То есть это же у нас была наборная цепочка. В каждую воздушную петлю я провязывала. А с этой стороны я провязала тоже 8. Дальше я продолжаю вязать, то есть у нас по донышку шло 40 столбиков без накида, соответственно, мы их провязываем. Посмотрите, тут главное в каждую воздушную петлю. Ищем первый столбик без накида, который тут был со стороны донышка. И провязываем 40 столбиков. То есть таким образом вы соединяете, вот посмотрите, что получается, и вот тут подойдите к концу, мы с вами встретимся. Вот у нас что получилось, посмотрите, вот это донышко и вот это шовчик, и он проходит прямо посередине вот ширины донышка, как с этой, так
так и с этой стороны, то есть абсолютно симметрично. Теперь я обрезала ниточку, и мне осталось закрыть ряд. Как обычно я это буду делать с помощью иголки. Вот так она у меня выходит. Вот сюда я просовываю иголку и вот сюда же возвращаю. Вот что получилось. Вот так это выглядит. Вот тут швы. И нам осталось сделать кисточки и вот таким образом прихватить сумку. Ну и, конечно, ручки. Надо сделать две вот такие кисточки. Одну я уже сделала. Для изготовления вот этой кисточки потребуется картонка. Вот сын мне дал такую картонку. Ширина ее, ну, примерно 10 сантиметров. То есть вы берете какую-нибудь картонку, которая у вас есть, и начинаете наматывать на нее джут. Так придерживаете. И я делаю 70 оборотов. Я сделала 70 оборотов, теперь можно обрезать ниточку, можно обрезать небольшой кусок джута также. Я с помощью крючка это делаю. Так, продеваете ниточку внутрь и нужно теперь завязать как можно крепче. Вот тут можно уже снять сосновую и убрать картонку. Сделайте несколько узелков. Теперь вот так придерживаем, натягиваем и начинаем разрезать. Тут главное натягивать. Вот у нас что получилось. Это теперь можно отложить. Начинаем вязать шапочку. Делаем кольцо амигуруми. Воздушная петля подъема. Внутрь колечка 5 столбиков без накида. Дергаю за кончик, затягиваю. Теперь нужно удвоить количество петель, то есть я должна найти первый столбик, вот он, и в него я должна провязать 2 столбика без накида. Раз, сюда же, в эту же точку, 2, и дальше в каждый столбик по 2. Таким образом у меня во втором ряду должно быть 10 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующие 3-4 ряда я должна провязывать по 10 столбиков в каждом ряду, то есть в 3-м, 4-м, 5-м ряду я прибавки не делаю. То есть вяжите по спирали, провяжите еще 3-4 круга.
Получилась вот такая шапочка. Я обрезала ниточку подлиннее, для того, чтобы потом я смогла связать вот такую воздушную цепочку. Вот. И теперь вот эту ниточку можно вытянуть. Так, вставить иголку, вставить ее в иголку и закрыть последний ряд. Посмотрите, вот она вот так выходит. Так, и вот сюда, откуда она выходила, сюда же мы и возвращаем. Вот такой получился колпачок. Вот эту нитку я не обрезала. Я говорю, что я ее сделала подлиннее, ставила, чтобы она мне как бы пригодилась для воздушной цепочки. Теперь ее можно через вот эту внутреннюю как бы сторону вытянуть вот сюда, чтобы она вот тут выходила. То есть там можно в нитках ее. И вот чтобы она прям вот из центра выходила. Вот что у нас получилось. Теперь вы берите кисточку, и вам нужно вставить. Вставить проще тоже с помощью иголки. Вот так. И вот сюда, прям тоже в центр, вытягиваете. Теперь нужно одеть шапочку на кисточку. Да, еще, кстати, я забыла вам сказать, что желательно отпарить до того, как вы будете одевать вот эти как бы нитки, отпарить с помощью утюга и марли. Так, вот что у нас получилось. Теперь мы не трогаем длинную ниточку. Вот тут можно сделать узелок. Можно даже два узелка сделать. И потом вы вот эти нитки коротенькие можете просунуть внутрь кисточки, ну, чтобы они выходили отсюда. Вот я вставила иголку, и теперь вот сюда можно внутрь их вывести. Так, внутрь прям их выводите. Тут можно обрезать. Дальше будет. А вот из этой длинной ниточки мы должны связать воздушную цепочку из 60 петель. Вот я провязала 60 петель. И теперь можно сделать соединительную петлю прямо вот тут. Можно посмотреть, чтобы цепочка не перекручивалась. Вот так проверяете, что она у вас не перекручивается. И присоединяетесь. Прямо вот сюда куда-нибудь. Все. Теперь я ниточку вытягиваю. Ну и дальше вы как бы прячете. Прячете также на внутренней стороне. Дальше вам нужно отпарить вот это, чтобы веревка не закручивалась. Также отпарить саму кисточку. Вот тут подрезать ее. И в результате у вас получится вот такая кисточка. Так, и теперь я вам сейчас покажу, как вставлять эту кисточку. Посмотрите, вот положите сумку таким образом, что вот этот шов, который сбоку, да, проходит, у вас с обоих сторон вот проходит вот этот шов, да. То есть вы должны отчитать, смотрите, от шва начиная. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть вот с этой стороны, с одной стороны, вы отчитываете 3 плюс 8, 11 вот этих, как бы, ну, вот этих палочек, да, и вставлять начинаете кисточку внутрь.
вот сюда вставляете, проводите ее вот сюда. Вот это у нас шов, тут осталось 3 вот этих столбика, да, вот сюда ее вот так проводите. Вот это шов, да, я еще раз повторяю. Теперь вы идете вот сюда, это после шва, тоже 1, 2, 3, вот сюда. И вот тут у нас тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть вы вот так и вот тут вытягиваете. Посмотрите, что у нас получается. То есть вот тут у нас 8, вот тут 3, тут 3, тут 8. Все, вот таким образом кисточка вставляется и вот так затягивается. И вот что получается. Вот у нас что получается с этой стороны. То же самое вам нужно сделать с этой стороны. Вот такие красивые складочки у сумки получаются. Делайте это, и мы встретимся с вами в следующем мастер-классе. Я вам покажу, как связать вот такие интересные ручки. Подписывайтесь на мой канал. Я буду благодарна за сердечко. До скорой встречи!